С начала ноября в Каспийске проходит акция «Сад памяти», посвященная участникам СВО. Присоединился к ней и детский сад 37 «Золотой ключик» совместно с Советом школьных министров города. Эти деревья нам выдали станция юных натуралистов. Они были рощены с трепетом и любовью. Сегодня мы их посадим с счастьем и тоже любовью. И в детском садике появятся новые деревья, которые смогут подать пример для новых поколений, чтобы они выращивали и благоухал их сад. Как отметила Анастасия, 37-й сад для посадки деревьев в рамках всероссийской акции был выбран не случайно. Ведь это дошкольное учреждение является новым и находится почти на окраине города. И здесь требовалось озеленение. Здесь плохая плодотворная почва. Ребята здесь будут гулять, смотреть на эти деревья и ухаживать за ними. Тем самым у них появится мотивация высаживать как можно больше своих деревьев. Отметим, что на территории сада было высажено 10 саженцев ясеня. Заведующая дошкольным образованием учреждением Муслима Султанова выразила слова благодарности руководству города, а также всем, кто посодействовал в посадке деревьев. К нам приехали ребята из совета старшеклассников, которые активно принимают участие для облагораживания территории нашего детского сада. За это мы очень благодарим управление образования в лице Ларисы Несимовны Абрамовны и администрации города Каспийска в лице Бориса Ивановича Гонцова.